В Сургутском районе усилят порядок с помощью видеостены. Она будет транслировать ситуацию на улицах в режиме реального времени с 40 видеокамер. Теперь специалисты смогут постоянно контролировать ситуацию, чтобы оперативно передать информацию силовым структурам в случае необходимости. Напомню, что ранее на прямом эфире с главой Сургутского района обсуждали участившиеся случаи вандализма в парках и скверах. В частности, много жалоб поступает по Солнечному и Федоровскому.